رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Нашим братьям из Узбекистана поздравляю всех с наступлением священного месяца Рамадан. Куллу амин ва антум бихайр, иншааллах. Наши отцы, деды, великие алимы, святые аулияи всегда с уважением относились к Бухаре, Самарканду, потому что это наш маржа. Много алимов, много аулияев, много пользы вышло из священной земли Бухары, Самарканда и Ташкента. Мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он наделил нас своей милостью, благодатью этот священный месяц. И просим вас, наших братьев, чтобы вы не забывали нас в своих мольбах, в своих молитвах. Мы вас не забываем, а также нельзя забыть шейха Мухаммад Садиха, который был учителем нашего шейха Шахида Ахмад Хаджи Кадирова. Иншааллах, вы в наших сердцах, и мы будем вместе под знаменем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в этом мире и в раю, иншааллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.